Как разжечь костер, используя 1-литровую бутылку с водой и 3 газетки. Наверное, не так плотно нужно было закручивать. Ну, думаю, у вас все будет быстрее. Газетки просто про политику плотные, сука. Вот, получается такое у нас гнездо. Начинаем подкидывать гнездышко огня. И костер через некоторое время разгорелся. Метод действенный. Буквально 7 минут и огонь для прожарки мяса у вас есть. Не получается такая вкусняшка вот готовится у нас.